В этом видео я покажу вам несколько самых легких, а главное эффективных смоков на такой карте, как Demirage. Я уверен, они вам понравятся, их немного, но зато они всегда будут актуальны, всегда будут полезны. Как в ММе, так и на Фейсите. Так что не забывайте про лайки, если видео вам понравится, а также подписывайтесь. Вам не сложно, а мне приятно, и давайте приступать к ролику. Начнем мы с вами с Т-спауна. Смок на топ-мид. Для того, чтобы его кинуть, мы должны запрыгнуть на вот эту мусорку. Все об этом знают. Наводимся в эту точку. И кидаем. У нас летит такой смок, который закрывает топ-мид. Очень умно. Вы можете спокойно пробежать. Конечно, тип шарта вас может подстрелить, но зато чел с окна с вами ничего сделать не сможет. Максимум будет стрелять на рандом. Следующий смок, который я хочу вам показать, он будет на КТ. Давайте идти поступательно. Кидается он вот так. Вы встаете в упор, наводитесь прицелом. Должны встать ровно. Ровно с этой балкой. С этой железкой. Присаживайтесь, наводитесь на вот этот маленький уголочек, встаете, джамп-тролл, и он летит ровно на сити. Вот такой вот отличный смачок, из него вас никто не подстрелит, когда вы будете выходить из ямы. Максимум чел может запрыгнуть на тикет, но нам это не страшно, да? Следующий смок на шорт. Мы запрыгиваем на этот выступ, ровно встаем, находим вот такую вот прореху и целимся примерно посередине ее. Просто кидаем. Смок летит у нас на шорт. Чел шорта вас пикать не будет, ему придется это делать снизу, где его уже будет проще перестрелять, а не постоянно задирать голову и пытаться поймать типа савиком или с калашом. Давайте кинем one way smoke, one way. Мы должны встать в яме, упереться. Иди сюда. Ага, забыл. В общем, давайте здесь. Встаем сюда, упираемся, наводимся на вот это перекрестие и просто кидаем. Смок прилетает таким образом, чтобы one way работал, вы должны запрыгнуть вот сюда. Вас не видно, а вы можете убить чела на сити за искрой, на дефолте даже можете поймать кого-то. Но здесь вас, скорее всего, уже заметят. Следующий смок мы будем кидать... С я... Какая яма? Трон. Как его называют? Еще есть название. И, ну, я его забыл. Я не готовился. Ну, такое бывает, и чё? Встаем мы, значит, вот сюда. Нет, давайте начнем отсюда. Встаем сюда. Целимся. Таким образом. И кидаем. Просто кидаем. Смок у нас летит на коннектор. Он у нас полностью закрывает коннектор, и вы можете спокойно проходить. Собственно. Второй смок у нас кидается вот таким образом. И уже он летит на джангл. Забыли. Если не забуду, я это вырежу. Так, следующий у нас смок кидается, опять же, с Тетриса. Целимся мы на вот эту маленькую выступающую плиточку, третья по счету, и просто кидаем. Это у нас смок на сити. Еще один смок, да. Следующий смок я вам покажу one way в окне, но его уже стали часто палить, и это уже для типов не тема, поэтому встаем мы, значит,
к этому ограждению упираемся вот здесь в уголок, не здесь именно, а вот здесь изнутри, так скажем. Берем гранату, целимся в эту маленькую дырочку, я не знаю, как это назвать, и просто кидаем. Когда вы с авиком, вам здесь проще, вы можете увидеть, что творится вон там и вон там. А так вы можете контролировать, что творится здесь снизу. Идем на шорт, я вам покажу две гранаты на шорт. Встаем сюда, запрыгиваем и кидаем, целимся на верхнюю точку буквы А и просто кидаем. Прилетает вот такой смоук на шорт. Это опять же такой мини-ванвей, я не знаю, вы можете здесь контролить. Вас в спину никто не подстрелит. Также можете сюда запрыгнуть или встать. Но запрыгнуть это будет пальмно, поэтому просто встать и отстреливаться. Второй смок, это уже снизу, не надо запрыгивать на этот выступ. Но вы целитесь в нижнюю правую точку буквы А. И кидаете таким же образом. Смок прилетает вот так, чуть поглубже. Вы также можете здесь отстреливаться. И можете стреляться с типами на миду. Два смока из апсов. Значит, вот вы бежите, собираетесь с типами пушить Б. Вы быстро встаете, целитесь в эту точку. Вот на этот уголочек. Jump roll. И смок на kitchen есть. Все, типы с кичина уже не смогут стрелять по вам. Где я? Вот, собственно. Типы ничего не видят. Ничего не видят. Я вам отвечаю, вы просто удивитесь, когда попробуете. Ни для кого это не новость, но все же, может, кто-то подзабыл. Второй смок у нас на шорт. Целимся вот в этот уголочек, уже без jump throw. Просто кидаем. И смок должен прилететь на шорт. Целимся вот в этот уголочек. И кидаем jump throw. Целимся сначала в этот уголочек, а затем отводим прицел чуть левее. И просто кидаем. Ну, в принципе, если встать под таким углом, то можно ловить типов. Походу, я нашел жесткий новый смок. Смок. Не тот, который на улице, а именно на шорт. Но тут прям миллиметраж. Вот такой получается у нас смачок. Типы из шорта не видят, что там происходит. Соответственно, им придется либо подсаживаться, либо просто ждать. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотите ли вы видеть больше видео по КС-ке? Я могу записывать для вас разные простые, но максимально полезные смоки на разных картах, таких как Мирашнюк и так далее. Также, если хотите, я могу начать записывать для вас какие-нибудь мувики, там, не знаю, но вы там это пишите в комментариях, окей? Я записал это видео, собственно, по просьбе друга. Ну, а мы начинаем с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, там вы будете первыми узнавать о любой информации по видео и многом другом. Также залетайте ко мне на Twitch, стримлю по выходным, также в пятницу иногда могу, да и в принципе, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, еще раз подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Lost, и всем пока!